Приветствую всех на очередном дуэльном видео. Вспомним с вами правила, по которым мы проводим наш турнир. Линейные легкие истребители 5 уровня. Запрещено использование снаряжения. Разрешено оборудование и любые пилоты. Эшелонирование происходит на высоте 1000 метров, плюс-минус 200. Сначала у нас фаза схождения засвета, на которой противники встречаются. Затем расходятся на дистанцию в 1000 метров и начинают непосредственно сражение. Раунд первый, играем до 2 побед. Начинаем бой. Крутим бочку. Чуть-чуть не протаранились, у обоих выбиты двигатели. Такое чувство, что противник сдался сразу. Не стал он закладывать вираж сразу же после встречи. Очень легко досталась эта победа. 1-0, продолжаем. Второй раунд начинается прямо сейчас. Запорожье уворачивается, используя бочку. Важно превратить в качественный вираж. Судя по всему, сделать это не получилось. У нас более выгодная позиция. Пытался сбросить нас с хвоста. Есть крит двигателя, но сработал крепкий орешек. Можно попробовать с ним перевернуть игру. Хотя теперь без крыла надежды меньше. Не теряет надежду. Запорожье. Ну вот и все. Со счетом 2-0. Закончилась эта встреча. Любитель, пакость, радость. Ставьте лайки и увидимся в следующих видео.